Привет! В предыдущей части мы говорили о том, что на меня без моего согласия оформили кредитную карту ВТБ. Да, данная карта есть. Она оформлена. Она выпущена, но вы ее не забрали в отделении банка. Любой банковский продукт, а особенно кредитный продукт, имеет определенные риски. Вы можете потом отказаться прямо от нее. А я не хочу этого делать. Когда она выпущена, по какому основанию, кто подавал заявку? Это именно кредитная карта, то есть вы рефинансировали кредит наличными, а вам, видно, оформили кредит, кредитную карту. Оформили. Но да. Пока я ее не получил, условия не вступают же в действие, то есть я не, как говорится, у вас счет действует уже. Счет действует кредитный. Да. Давайте, вызывайте, разберемся. Закройте мне счет. Я сейчас в полицию напрямую пойду. И снимать мне не надо. Оля, вызови охрану, пожалуйста. Оля, вызови охрану, пожалуйста. Кто-то из вас обвинит меня в хайпе. Я сейчас в полицию напрямую пойду. Меня до такого надо еще довести. Я пошел спокойно разговаривать с девушкой, так как не сторонник. Кляузничать на пустом месте. Именно с той девушкой, к которой подходила сотрудник фронт-линии и с которой советовалась по поводу моей обработки. Любой вопрос можно решить на месте и без лишних эмоциональных всплесков. Однако девушка спорила со мной, перебивала меня и продолжала продавать мне ту самую карту. Посмотрите сами, без монтажа. А если мне приходит предложение онлайн, я могу тот же час получить деньги перевод. А можно вопрос задать, почему против кредитной карты, скажите? А это другой вопрос. Ну, и вы мне задаете вопрос, я тоже задаю вопрос. Я вам не должен объяснять это, я просто клиент. И это неэтично с точки зрения правил. Почему неэтично? Правил сервисного обслуживания. Вы мне спрашиваете про продукт, я вам ответила. Вы перебиваете меня, во-первых. Ну, вы мне тоже как бы не указываете, хорошо? Мне просто слово не дает вставить. По сути, я пришел жаловаться на то, что мне пришла смс-ка. Мне нужно закрыть кредитный счет. Вместо того, чтобы меня выслушать, нивелировать мой негатив и принять меры, на меня просто вызвали охрану. Это мошеннические действия. Вы понимаете, что без моего согласия на меня оформили... Мне навязали продукт, во-первых. Я его не взял, а на меня все равно его оформили. Я вас сейчас соединю со специалистом для составления обращения.